На балконе можно курить. Слышно, как строится. На балконе можно курить. Да тут везде можно курить на самом деле. В шортах можно ходить. Туристам без проблем. Ну, местным. Местные они по-другому чуть-чуть. А наркотики нельзя. Как бы, вот, если никто не видит, то можно. А алкоголь, в общем, если тебя полиция пьяным забирает, тогда нельзя. Садиться за руль, попадаться нельзя пьяным. Вот. А так, в общем, без проблем, везде что угодно. Я что-то не помню. Я это прочитал, что попадаться пьяным нельзя. Вот. А да, и если у вас что-то украли, а вы пьяный, и вы обращаетесь в полицию, то полиция вам 600 дирхамов и выпишет. Нам что, да? Нам на самом деле пофигу, куда. Вот, собственно, в любую. Вот мы зашли в местный коттеджный поселок, вот живут. Живут местные. Вот можно тут и перейти, например, дорогу. О. Селфи-палка. Красиво. Да? Не, ну красиво у нас в коттеджных поселках тоже красиво, а чё? Вот дома. Вот сейчас мы идем в сторону, кстати говоря, станции метро, чтобы сэкономить денег. Мы же бедные, ага. Поэтому мы сейчас покушали плотненько. Бедные, идем таки по Дубаю, бедные. Ну да, у нас денег нет. Вот, вот, кстати, местные воробьи, их тут много. Почему их воробьи ты называешь? Ну да, хотя они... Да, не, а съемки как? Съемки разрешены, тоже без проблем. Единственное, нельзя снимать женщин. И если фотографируешь человека, то человек может подойти и сказать, чтобы ты удалил фотографию, ты должен удалить эту фотографию. А это везде так работает, то есть на самом деле это не только в Дубае. Это везде песок, да. Вот куда ни плюнь, везде песок. На самом деле. Машин много, парковки платные. Ну, платные они там, где, короче, есть бесплатные, есть платные. В центре, конечно, вот буквально вон там пройти 100 метров, там платные парковки, а здесь уже бесплатно. Короче, места полно. Вот, в принципе, это вам не Москва, как говорится. Ну вот если вот эти брать, там, конечно, кукурузник местный. Вот, там шлагбаумы, да, везде стоят, везде подземные парковки. Вот так вот тут. Ну, конечно, это не шейхи живут тут, такие простые относительно. Нам вообще в ту сторону. Старые Дубаи. Ну вот, да, это вроде старый район, вроде бы. Вот, кстати, наверху там. А что наверху? Метро. А, метро, что ли? Я думаю. Может быть, да, кстати, похоже. Это метро наземное, подземное. Иногда под землей. Вот мы были там. Там пересечение зеленый и красный веток. Всего две ветки. Ну, полторы, можно так сказать. Да, это станция, смотри, куда. Это станция. Ну, на станции мы поедем завтра кататься. И можем кататься целый день. И мы можем... Ну, она говорила про платную услугу бронирования мест. Да. А мы можем съездить в аэропорт и забронировать там бесплатно. Нет. Нет. Только через них. Ой, запах-то какой. Запах канализации. Это 70 долларов. Сколько? 70 долларов? Да. За то, чтобы выбрать место? Да, полторы тысячи. Или 7 долларов. Или 7 долларов. Оттуда было 300 рублей. 300 рублей точно нет. Написано было. Было на сайте написано. Но я ничего не платил. Значит,
смотри, оттуда. Потому что с 20-го ряда бесплатная бронь. Если ты хочешь ближе. Не, а там не было. Ну, было за 1500, да. Там были варианты за 1500 с большим расстоянием. Короче, около входа и первый ряд. То есть первый ряд и около выхода. Кстати, температура 28. Солнца сейчас нету, тучки. Припекает, блин, хорошо на самом деле. То есть ультрафиолет замечательно себе проходит. Так, я не знаю, тут снимается, что-то снимается. Вот. Ну, вот здесь, кстати, вот эти старые дубаи, 4-3 этажа. Вот считается, что это вот как бы такая, ну, как бы настоящее классическое жилье. Ну, типа виллы или как их называют, блин, короче. Вот. Ну, таунхаусы, это как апартаменты сейчас по-новому. А, вот. А те, которые вот мы проезжали там ближе к аэропорту, ну и, наверное, вон там вообще особенно. Там, конечно, все эти высотные, конечно, здания. Там видно Дубаи. Блин, Дубаи. Ну, мы в аэропорту прилетели. И там, пока ехали... О, какая улица. Ну, местных... Педиатрия. Так, ладно, давай перейдем. Там машина какая-то едет. Там переход, шикарный переход. Автобусы. Сеть автобусная развита. А, говорят, что метро переполнено, ну, как всегда, утром и вечером. А, ездят всякие, кто приезжает здесь на заработки, те, у кого не хватает денег на машину. Те, у кого денег на машину хватает, те стоят в пробках. А, ну, собственно, как и везде. Это наша станция. Ну, ваша, хорошо. А мне дальше. Так, что-то тут маленько как-то, блин. Слушай, нет, давай перейдем. Перейдем на ту сторону, а то тут видишь какой-то ремонт. Давай попробуем. Ну, по-любому это должен быть, наверное, переход. Ладно, сейчас узнаем. Снимать там, скорее всего, не очень можно.